Так, что-то работает. Давайте тестим. Это будет синхронизация. Собственно, ту камеру, наверное, надо будет поднять повыше, но не суть. Давайте сначала поймем, с чем мы имеем дело. Я такой хожу, беру так, накидываю, включаю, все горит и делаю супер кадр. А может и два. А потом я могу отойти, взять другой объектив, сказать: ну что, друзья, сегодня мы, значит, что-то снимаем. Я беру другой объектив, переставляю. И сейчас отойду от этой камеры, которая только что сфокусировалась на стекле, наверное, и на всяких ништяках. И отойду подальше и сниму кадр бэкстейджа. А у меня летают по полу провода. Вот. В общем, что я хотел этим видео сказать. Я хочу понять, годен ли такой формат для записи видосов про схемы света. Напишите мне в комментариях. Можно в личку, можно хоть здесь, хоть где. Подходит ли такой формат? И готовы ли вы такое смотреть? Если нет, то почему? Какие у вас есть предложения, какие у вас есть схемы, собственно, расположения камер, чтобы вам было интереснее смотреть. Ну, картинку, которая получилась, я вам покажу. У меня тут, конечно, страшная помойка, поэтому ничего особенного не ждите. Вот, это просто тестовое видео для того, чтобы понять, пойдет ли такая съемка или не пойдет. Там я снимаю на GoPro-шку, это Sony RX Mark IV, это Canon 6D. 24-105 миллиметров. Все фуд-фотографы любят этот объектив, а я нет. Я на него снимаю только бэкстейджи. В общем, да, если вам понравилось это тупейшее видео, подписывайтесь на канал. Обязательно комментируйте, как вам такая схема съемки. Пишите свои предложения, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Все как обычно. Я ушел. Я ушел отсюда. Ну и под конец, пока iPhone совсем не сел, а вам сейчас видна заставка, которая гласит: подпишитесь на канал, посмотрите следующее видео, ля-ля-тополя. В общем, вы все это делаете, пожалуйста. И еще ссылка под этим видео, очень важно, на patreon.com. Там будет много годного контента, который доступен только избранным. Всем пока.